Владимир Сапрыкин. Жизнь. Читает автор. Вся Русь сейчас живет с надеждами в потемках и ждет от власти торт на блюдечке в каемках. Жизнь даже у крутых не клеится пока, копытом бьет под дых, а то ли гнет в бока. Схлощавые слова не клеится с делами, и ноет голова, зажатая тисками. Да, трудно нынче жить по заповедям Божьим, когда не согрешить считается негожим. Библейское «не лги» давно похоронили, и, встав с другой ноги, про заповедь забыли. Вот так Русь и живет, как крот слепой в потемках. Во сне ждет сладкий торт на блюдечке в каемках.